Любите комфортную езду по городу или шоссе, а возможно, часто бываете за городом? Volkswagen Tiguan поможет вам почувствовать всю прелесть управления современным автомобилем в любых дорожных условиях. Внешность этого стильного кроссовера определяет типичный для Volkswagen вневременной дизайн с ясными линиями и очертаниями. А задние фонари нового Tiguan, как и профиль фар, подчеркнут модный дизайн и спортивный стиль. Интерьер модели отличает высокая эргономика, приятный материал отделки передних панелей, обшивки кресел и салона. А еще внутри очень тихо, благодаря отличной шумоизоляции. Tiguan комплектуется автоматической трансмиссией DSG или шестиступенчатой механикой. Автомобиль представлен как в переднеприводной, так и в полноприводной версии. На выбор широкая линейка турбированных двигателей от 1,4 бензинового до 2-литрового дизеля. Главное преимущество двигателей Tiguan – высокая экономичность при максимальной эффективности. За безопасность отвечает множество систем, поэтому движение в Tiguan комфортно на любом дорожном покрытии. В салоне официального дилера Volkswagen автоцентр Кер-Курган Tiguan доступен в 4 комплектациях – Trend & Fun, Track & Field, Sport & Style и Track & Style. На сегодняшний день в автоцентре Керк действует специальное предложение. Volkswagen Tiguan можно приобрести от 863 тысяч рублей. Сколько же будет стоить год владения Тигуаном? 1663 рубля владельцы отдадут за полис ОСАГО. Добавим к этому транспортный налог, еще 3294. Чаще других Тигуан выбирают активные, состоявшиеся люди. По данным автоцентра Керк, официального дилера Volkswagen в Кургане, владельцы Тигуанов за год проезжают около 25 тысяч километров. Это одно или два ТО, но мы возьмем максимум. Стоимость обслуживания у официального дилера – 10,5 тысяч рублей. При среднем расходе топлива в 8 литров получается, что за 1 километр пути в первый год эксплуатации владельцы Тигуана платят около 3,5 рублей. В таком случае поездка от автоцентра Керк до, например, торгового центра Пушкинский будет стоить 14,5 рублей. Но мало кто приобретает автомобиль просто в базовой комплектации, ведь автомобиль – это отражение индивидуальности его владельца. Вы можете доукомплектовать свой Volkswagen Tiguan оригинальными аксессуарами и дополнительным оборудованием. Например, системой контроля давления в шинах или радионавигационной системой с сенсорным дисплеем и слотом для карты памяти SD. Конечно, для каждого автомобиля необходимы такие аксессуары, как комплект брызговиков, ковры салона, поддон или ковер багажника. Еще более стильным ваш Tiguan сделают рейлинги и бокс на крышу. Сетка в багажник поможет вам организовать внутреннее пространство багажного отделения. Ну и, конечно, главное – забота о безопасности пассажиров. Прямо в салоне вы сможете приобрести фирменное детское кресло. И еще один приятный момент. Покупая Tiguan до конца июня, можно сэкономить до 100 тысяч рублей, а также приобрести аксессуары и дополнительное оборудование со скидкой 15%.